Время новостей на информационном канале Севастополя, в студии Наталья Двойтина. Почти 4,5 миллиона рублей в этом году получат 79 сирот Севастополя в качестве вещевого довольствия. Постановление принято в среду на заседании правительства. Речь идет о детях, которые находятся на полном государственном обеспечении, обучаясь в образовательных организациях Севастополя. По словам директора департамента образования Михаила Родикова, ранее такая материальная помощь в городе предусмотрена не была. Сирот обеспечивали только питанием. Сейчас мальчикам полагается в качестве вещевого довольствия более 58 тысяч рублей в год, девочкам на 4 тысячи больше. У нас на этот год 4 миллиона 424 тысячи. Это касается данное вещевое довольствие. 79 у нас детей-сирот, это 9 наших учреждений и колледж медицинский имени Жени Дерюгиной. Деньги заложены, постановление со всеми согласованы. Законодательное собрание Севастополя в четверг рассмотрит во втором чтении проект о внесении изменений в городской устав, где, в частности, одним из пунктов предусматривается введение прямых губернаторских выборов. Ранее, 18 октября, депутаты единогласно утвердили документ в первом чтении. За месяц на базе общественной палаты проведены публичные слушания по данному вопросу. Ко второму чтению законодатели предложили поправку, согласно которой губернатор Севастополя будет избираться путем прямых выборов сроком на 5 лет, но не более чем на 2 срока подряд. В случае принятия изменений в устав, выборы главы города могут пройти уже в следующем году. Единый день голосования 10 сентября 2017. О своем намерении участвовать в них уже сообщал временно исполняющий обязанности главы города Дмитрий Овсянников. Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что не планирует вступать в борьбу за губернаторское кресло. А в случае прямых выборов намерен поддержать Дмитрия Овсянникова. Напомним, после воссоединения Севастополя с Россией губернатор выбирался депутатами законодательного собрания из числа кандидатур, предложенных президентом России. К середине декабря в селе Родное запустят скважину. Это решит проблему водоснабжения целого села в Терновском муниципальном округе. По данным последней переписи населения, здесь проживает 700 человек. Вопрос находится на контроле временно исполняющего обязанности губернатора. Жители села Родное обратились к Дмитрию Овсянникову с переживаниями, что коммунальные службы затягивают введение в строй скважины. Начальник отдела водоснабжения и водоотведения Департамента городского хозяйства Игорь Илюхин в интервью информационному каналу Севастополя рассказал, с начала года проведены масштабные работы, протянуто 650 метров водовода и, главное, пробурена скважина. Этот вопрос стоит на контроле в правительстве, в Департаменте городского хозяйства. На данный момент все работы переданы государственному унитарному предприятию «Водоканал», который заканчивает введение в строй скважины в селе Родном. И по данным водоканала, примерно к 15-20 декабря скважина будет введена в строй. Пробный пуск скважины был, воду в сеть подавали, поэтому практически все готово. Сейчас, да, была проблема с обсадной трубой. Она приобретена, сейчас водоканал ждет поступления, в течение недели планирует он ее установить, и скважина начнет функционировать, и дадим воду жителям села Родного. За серию краж в летний период севастопольца приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. Как стало известно, за сезон на пляжах Солнечная, Омега и Парк Победы мужчина совершил 15 краж и один грабеж. Его добычей обычно становились сумки с ценными вещами, оставленные без присмотра. В общей сложности похищенное имущество, среди которого мобильные телефоны, деньги, золотые украшения, оценили более чем в 400 тысяч рублей. Стоит отметить, что севастополец ранее уже был осужден за совершение аналогичного преступления Феодосийским городским судом в марте этого года. В Севастополе подвели итоги третьего регионального этапа соревнований по легкоатлетическому четырехборью, шиповка юных и кроссу. Состязания проходили с 19 по 27 октября на стадионе детской спортшколы номер 6. В них приняли участие более 600 школьников. Организатором выступил Департамент образования правительства Севастополя совместно с городским олимпийским советом и Центром туризма, краеведения, спорта и экскурсий. Легкоатлетическое четырехборье включало в себя спринт на 60 метров, прыжки в длину
с разбега, метание мяча и бег на длинную дистанцию до километра. В кроссе надо было пробежать от 1500 до 3000 метров. Участников разделили на 3 возрастные группы, в каждой из которых в общекомандном первенстве боролись девушки и юноши. Медали и кубки вручили 36 командам. Кроме того, 32 спортсмена получили награды в личном зачете. Следующие соревнования запланированы на апрель. Тяжело было с соперниками бежать, потому что очень сильные все были. Вот. И страхи были из-за того, что ты прибежишь последний и не победишь, а хочется как бы быть первой, получить что-то. Вот, и чтобы тебя похвалили, но прибежала первая. Любые соревнования — это лучший метод тренировки. А так как это команда общеобразовательной школы, это надо посмотреть на следующий год. Кто-то из этих детей, если останется, спрогрессирует. Потому что, пока очень сложно говорить. Это олимпийский вид легкой атлетики. И я думаю, в будущем мы хоть кого-то увидим, представлять, которые будут интересы нашего Севастополя на всероссийской арене. И на этом пока все. Как будут развиваться события, расскажем в новых информационных выпусках. Благодарю за внимание.